Всем привет, всех приветствую на канале. Сегодня обзор автомобильной магнитолы, которую я приобрел на сайте gearbest.com. Магнитола модель JSD520. Такой, поставляется вот такой коробке. Сбоку всякая спецификация. Значит, что у нас тут впереди? Ну, впереди не особо интересно. Сбоку, значит, что у нас? Так, ну, автомобильный MP3 плеер, спецификация, поддержка USB, SD, MP3, VMI, WAV. Значит, FM-приемник, Electronic System, не знаю, что это имеется в виду. Предустановленный эквалайзер Pop Rock Classic. 18 ячеек памяти для FM-радиостанций. Повтор, значит, повтор, проигрывание в разброску. Не знаю, вот это что, интерплей. Выходная мощность 60 Вт на 4 канала. Цифровые часы на дисплее. И полнофункциональный пульт дистанционного управления. Вот такой вот коробки, классный, красивый, нам поставляется. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Я, в принципе, уже распаковывал, но сделаю это еще раз. Там внутри больше ничего нету. Значит, в комплекте поставляется пульт дистанционного управления. Два вот таких штырька для извлечения магнитолы, ну и инструкция, да, на английском языке, там один листок, по-моему. Отложим пока вот такие вот попрушки для транспортировки. Ну и вот так он выглядит. Так, ну эту пленку защитную уберем. Вот, на передней панели, значит, есть AUX вход для вашего MP3 плеера или телефона. Также под заглушкой находится USB штекер. Ну и кнопки управления. И также, чтобы ответить на звонящий звонок, то есть на входящий звонок, и чтобы отключить. Давайте, да, кстати, еще в комплекте идет сам штекер, который я уже как бы тут подключил вот к таким вот маленьким колонкам от компьютера. Давайте подключим, посмотрим, как это все работает. Да, и кстати, сзади такой массивный радиатор. Ну и вот тут стоит выходная микросхема. Не знаю, скорее всего на TDA что-нибудь собрано. И вход для FM-антенны и штекер. Значит, давайте подключим. Так, надо все сделать так, чтобы не замкнуть тут. Так, подадим питание, значит. Так. Вот, когда питание подается, на дисплее появляются часы. Нажимаем кнопку. Раз, включено. Вот сейчас антенна не подключена, FM-антенна. Сейчас я ее подключу, посмотрим, что будет. Выключу пока. Так. Ну и просканируем, значит, эта кнопка сканировать вниз, это наверх. Нажимаем, держим. Звук опущу, чтобы как бы YouTube нас не заблокировал за это. Вот так вот выглядит это. Не знаю, надеюсь, слышно. Ну, звук тихий, потому что сами колонки вот такие, компьютерные, слабенькие колонки. Ну, вот это можно поднять звук, в принципе, за это не заблокируют, это
mot det här ID-kraven då, som jag anser inskränker asylrätten. Med sina radiostanser. Tack själv. Hej. Vilka var det? Det var TT. Så det, ну, вот так вот выглядит, в принципе, очень симпатичный магнитофон. Также есть поддержка Bluetooth. Сейчас я попробую подключиться к своему телефону. Магнитофон поставим где-нибудь вот так, чтобы, может быть, дисплей был бы виден. Наверное, вот так видно вроде, да? Так, подключим, значит... Причем был тут. Я его уже находил, в принципе. Скорее всего, он сейчас сам его найдет. Скорее всего. Или нет. Ну, вот он у меня есть тут в списке. Самый верхний. Ну, он сам не подключился, но подключимся принудительно. Видно, да, вроде? Ну, вот, пишет, что подключено. Вот. Ну и вот этой кнопкой можно переключаться между режимами, то есть AUX IN, радио. Так, секундочку, не понял. Это переключение между FM-диапазонами. Или надо держать, удержать, не понял. Вроде до этого подключил, все нормально было. Сейчас попробую еще раз. Так, авторизировано. Подключение. Идет подключение. Не знаю, почему так долго. Опять авторизировано. Странно что-то. Давайте его выключим, включим снова, что ли. Включим его снова. Не знаю, это... какой-то косяк самого магнитофона или просто... Очень странно. Возвращение. Да, ну давайте поиск дадим, тогда пускай он сам его найдет снова. Ну вот он есть в списке внизу. Соединение. Да, ну вот сейчас подключен. Сейчас он подключился. Не знаю, наверное, ли с телефоном что-то было, или с ним. То есть нажатием этой кнопки вот включился Bluetooth, то есть он перешел в режим Bluetooth. Вот на дисплее пишет фон, топишь телефон. Ну давайте что-нибудь включим, такое маленькое. Вот сейчас идет с телефона. Выключим, давайте включим там русское радио, что ли, онлайн. Русское радио. Ее кабинет. Ну просто вот. Могут же человеку сделать приятное на Новый год. В общем-то, по большому счету, действительно, такую версию я вот не могла себе представить, потому что я не видела людей, которые вот просто так, уборщицы, которые хорошо убираются, дарят сумку за 2,5 миллиона. Да. Ладно, не будем слушать сейчас все это, но в принципе вот так вот, ребята. Магнитофон красивый, сам выглядит, в принципе, неплохо, не сильно аляписто, ну, чисто на мой вкус. И сам небольшой. То есть здесь отсутствует CD-проигрыватель, и за счет этого он сам, в принципе, не такой уж большой. Так, стандарты, в принципе, обычные, как у магнитофона должно быть, а вот, то есть как у автомобильного магнитолы должно быть. А вот так, значит, у нас сзади где 11,5 сантиметров всего лишь. Будет видно, не будет. Вот так, наверное. 11,5 сантиметров. Покупал, как я сказал в начале видео, на сайте Gearbest'а. Стоит он там в районе $23. В принципе, я считаю, что очень хорошая покупка. Не сильно дорого для вот такого, для такой магнитолы. Я с вами прощаюсь. Ссылка, как обычно, будет в описании. Ссылка на товар. Вам пожелаю удачи
И пока, ребята.